Сегодня глава Чувашии Михаил Игнатьев провел в Москве заседание подгруппы рабочей группы Государственного совета Российской Федерации по направлению туризм, физическая культура и спорт. Данная подгруппа занимается подготовкой материалов и докладов к заседанию Госсовета России. Участники обсудили проблемы нехватки кадров в области детского спорта, необходимость повышения зарплаты тренеров, направления, в которых должен развиваться школьный спорт и другие вопросы. Михаил Игнатьев – руководитель подгруппы. И не случайно. Наша республика регулярно входит в тройку лучших регионов по развитию физкультуры и спорта. Все выработанные сегодня отношения отразят в докладе, который представит президенту страны Владимиру Путину. Подробнее в завтрашнем выпуске.